Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche. Итак, передние крылья меняются, алюминий, капот алюминий меняется, телевизор, фары. Бампер тоже меняется. Дверь и лонжероны делаем. Разбираю. Ну что, разобрал. И начинать буду ремонт с левого лонжерона. Тянуть буду прямо и немного в бок. Чтобы добраться до внутренних повреждений, мне нужно вырезать вот такой кусок. Но сначала я снимаю проводку, чтобы она мне не мешала. Ну что, удалил кусок, и сейчас я могу добраться до внутренних повреждений и отравнять их. Ну что, сам лонжерон отравнял, теперь равняю вырезанный кусок. Итак, отравнял, теперь примеряю этот кусок, если все подходит и все хорошо, свариваю. Ну что, сварил, зачистил и лонжерон готов. Теперь приступаю к ремонту верхней части полки крыла. Итак, левую сторону переда я сделал. Теперь приступаю к ремонту правого лонжерона. Делаю все то же самое, что и с левым лонжероном. Thank you.
Итак, лонжероны как бы на месте, и делаю все необходимые мне измерения. То есть все диагонали, которые мне нужны, разные расстояния. По высоте тоже лазерным нивелиром делаю. У меня все прекрасно. Поэтому приступаю к ремонту передней двери. Она была заломлена. Равняю при помощи споттера и с установленным крылом. Итак, двери я тоже отровнял и теперь решил покрасить лонжероны и затем все собрать. Прикручиваю крылья, капот, фары, бампер, в общем все, что нужно для примерки. Ну что, друзья, все собрал, все скрутил, все зазоры и размеры одинаковые. И на этом работа с металлом и моя работа закончена. Ну, а с вами прощаюсь, с вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!